Служба спасения. Говорит оператор 625. Меня только что обокрали. Мне нужно знать, где вы. Как ваша фамилия? Это пожарная служба? Нет, мэм. Господи. Вы набрали 911. Я переведу вас. Не вешайте помогите. Трубку. Опишите женщину. Высокая. Розовые волосы. На каблуках. Мне вообще долго вас еще ждать? Служба спасения. Откуда вы звоните? Я просто хочу поговорить. Ну все, я вешаю трубку. Я просто катаюсь на машинке. Слышишь, солнышко? Ну хватит. С вами кто-то есть? Ага. Он знает, что вы нам позвонили? Нет. Думает, вы с кем говорите? С ребенком? Да, солнышко. У него есть оружие? Да. Мне нужен цвет машины. Когда угадаю, скажите, все хорошо. Красный? Белый? Все хорошо. Легковушка? Что? Нет, говорите только да или нет. Что ты сказала? Прости, мне нужно идти. Дай мне телефон. Мне позвонила жертва похищения. Что мы ищем? Белый фургон. Этого мало. Не тормозите! Мамочка! Я говорил с твоей мамой. С ней все будет хорошо. Обещайте. Обещаю. Авиацию можем подключить? Нет, полеты приостановлены из-за пожаров. Там напуганная маленькая девочка, у которой маму похитили. Нужна более точная локация. Как узнаете? Я знаю, что Эмили с вами. Куда вы едете? Что происходит? О, господи. Срочно пришлите медицинскую помощь. Мы здесь. Что там происходит? Вы пристегнуты? Нет. А Генри? Да, сюда. Нет. Пристегнитесь. Хорошо. Резко потяните на себя ручник. Сейчас. Давайте.